Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, приветствую на своем канале. Собственно, мы продолжаем проходить с вами GTA San Andreas Definitive Edition, да? Вот, в прошлой серии мы очень много чего прошли, да, прошли прям целую локацию даже. Вот, да, серийка там длинная, но ссылочка постоянно находится, ну, вы же знаете, да, все прекрасно знаете, ссылочка в описании находится на плейлист с данным прохождением игры, с прохождением данной игры, да, полностью, то есть там все серии. И в верхнем правом углу там находится также подсказка на плейлист и на прошлую серию, собственно, да. Посмотри обязательно. Классно, очень много миссий прошли с тобой, да, в прошлой серии, вот. И, как я помню, мы с тобой переехали в Сан-Фьерро, да. Вот, постараемся сегодня также эту локацию пройти за одну серию. Может быть, разделю на две. Вот, там вроде побольше будет. Вроде как я помню, там побольше миссий. Ну ладно. У Саши поудобнее, надевайте предик обязательно. При этом пить кушать, прям чипить как пить или пить воды при этом просмотре. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Что это за характеристики? Как их убрать-то, ебаный в рот, блядь? А, вот. Вы спросите, а почему у тебя, ну, внимательно, да, заметьте, скажите, а почему у тебя 14 601 доллар? Давайте, ребят, так. И вы узнаете чуть позже об этом, почему. Вот вроде было 17, да, тысяч у нас с вами долларов, или 18 даже, а сейчас 14 601 доллар. Что это такое вообще? Узнаете чуть позже, ребят, узнаете чуть позже. Что же это такое? Собственно, что у нас здесь с тобой? Здесь гаражи у нас с тобой. Ну ладно, погнали сразу миссию проходить. Погнали сразу миссию. Сиджей так. Вплети в свои волосы цветы. Ублюдок, не мой ублюдок. Так ты без языка чикадюка стучал мне этот сценарий, просто тащи. Не переживай, братишка, по крайней мере, живы. Карл, дружище, брат-путешественник, расслабься, парень. Ты рушишь все мои внутренние вибрации. Слушай, прости, старик, что я тебе кайф ломаю, но мне так хочется... Сюда. Мою кузину? Ты оскорбляешь мою родню? Прости, братан, просто из-за всего этого я реально зол. Слушай, реально, мы в чужом городе, без гроша за душой. А и вот мне удается дать без успеха, а мне втюхивают этот гараж, который на гараж не похож. Тогда сделай гараж здесь. О, клевая идея, сеструха. Почему бы тебе не закрыться? Знаешь, Карл, ты долбанный идиот. Всю жизнь ты хотел получить что-то, ни хрена не делая. Ну вот, теперь у тебя что-то есть. И ты знаешь, что не делал. Ну, позвать преуспеть. А мы поможем, так? Мы тебя поддержим, Сиджей. Ну хватит, соберись уже. В оба. О, чувак, здесь такая энергия, охренеть. А, ладно. Ну, как мне найти на работу хороших механиков? Я знаю каких пацанов. Пойдем со мной, дружище. Это клевые ребята. О, блин, мне опять с этим дурил придется кататься. Ну, получается, блядь. On, слушай, блядь, я знал парочку клевых парней, ведь работал с лодочными моторами, пока мафия не купила их предприятие в Сити. А теперь они пытаются свести... Чё? Они немного тупо из-за... Осуждаем. Да иди нахуй сюда, можешь быстрее пиздить-то, блядь, мужик, ёбаный. Короче, погнали. Откуда у тебя тачка, ёбаный? Почему? А почему у меня двери черные, блядь? А почему дверь-то другого цвета? Ну, ладно. Странная тема, ну ладно. Прошу прощения, приснилось. Бля, ну что вы... А почему он... Блядь, ну, бля... Почему угол они не держат? Ебаный в рот, блядь. Так, ну что, let's go. Может, подъехать почти. На, ёпта. Он удушитель. Эй, Джетро. Запрыгивай, друг, я нашел тебе новую работенку. Я привет, мистер. А что ты? Я тебе что-то? No, man, we're good.
Джетро, это Карл. Карл, это Джетро. Как сам, чувак? Да, заскочим в больницу, в Санта-Флора. Это к западу отсюда. Она. Нет, тут правительство, да, но это долгая история. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage and door by the waste ground. You know, car mods, low riders, all that shit. Damn, two polar bears shit in the woods. No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was, like, so far gone. Так, ну, сами уже почти подъехали. Похуй, так сделаем, короче. Суждаем такое, кстати, суждаем, суждаем. Ну, что мы здесь вообще ищем? Ничего. О, не смотри, бегайте лица. Ну, у тебя желтые резиновые уточки, ты снова... Ладно, я видел достаточно. Да, вроде найти Дуэйна. На фургонах, да, на трамвайной станции в Кингсе. Ой, блядь, катаемся просто так, Так, ну а мы с тобой почти подъехали. Блин, я примерно, наверное, помню, что здесь будет. Да, я вендую жизнь, как бизнес с хот-догами. Полное дерьмо. Что-то не назревает. Но мой друг Карл открывает эту мастерскую. Джетро в деле, а ты? Конечно, это круто, чувак. Я не успел надо кое-что разрулить. В общем, скажите, где вас искать, а я к вам подвалю, чуваки. Я же нахожусь на пустыре в Дуэрте. Пока увидимся. Позже. Следующая остановка будет сейчас в деловом районе. Что? Ты поехал. Что мы там забыли? Если я тебе скажу, то тебе в течение месяца задницу паразондируют. Осуждаю. Чего, слушай его, он знает, о чем говорит. Ничего, ладно. Ну, ты меня уже достал своей этой косметической хренью. Сунаем, сунаем. О, да, трэш. Ну, я помню, какие миссии будут, вроде помню, да, там, с машинками вроде, ну, типа, такой на радиоуправление будет миссия. Побольше должно быть миссии, чем... Ой, осуждаем. Приснилось, вам приснилось все это, ребят. Прости, прости, прости. Окей. Okay. Ладно, вы знаете, что делать. Здесь что вас ничего не интересует. Представь собой мяч для гольфа. Okay. Ладно, можем ехать. Теперь куда у Фола Крена? Сидит спецэлектроник, с которым я вел дела. Если под какой Зеро, он мог починить суперкомпьютер даже с крепкой. Или свой магазин, но он всегда с охотой, когда люди обращаются на их пути. Поехали, я тебя ему представлю. Слушай, правда, что у тебя за дела? JFK lives in Scotland with Janis Joplin, and the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run their oil business. I think you popped another micro dot. Good. Keep it that way. Так, ну пока он просто... О, нихуя себе заспавнился. Нихуя себе. Пока мы просто, видишь, с тобой ездим по городу, ищем людей каких-то, блядь. И все. И, собственно, больше ничего. А, вот, я же говорю, видите, про вот эти темы я говорил.
Правда, всех, блядь, вертолетики, да, сейчас будут вместе с вертолетиками, машинками. Туалет, Беркли. Ты меня преследуешь? О, привет, мистер Пауэлл. Забирайся, я тебе все расскажу по дороге. Ну, съебал Скотта. Карл, Зеро. Зеро, Карл. Что? Карл здесь открывает гараж вокруг корня. Я сказал им, что ты человек, с которым говорить, когда это касается электроники. На самом деле, я единственный человек, с которым говорить. Grade A, tip-top genius. Это я. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Okay, we here. Да, нам на месте. A week of hard work. Всю неделю повозиться, и это место будет не узнать. Привет, Цезарь, подваливай сюда. What's up, B? Как дела, братан? Цезарь, это Джетро, Дуэйн и Зеро. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Че, шо, это форсаж, чинишь, шо, форсаж? Ну ладно, ладно. Не собираюсь поступать в колледж на уголке. Мне это делать, я про ремонт. Но в декабре я тоже не спец в декоре. Нет, развитие недвижимости. Покупаешь помойку, типа это приводишь в порядок и продаешь. А еще лучше, если пройдешь собственность предприятия. Снежный ком увеличивается. Не знаю, сестра, для меня это слишком сложно. Мужика, дело скоро пойдет в гору. Когда это случится, то у нас появятся бабки. Если ты хочешь чего-то достичь, ты должен ставить деньги и работать на тебя. Слушай, я и не знаю, с чего начать. Слушай, вы вдвое занимаетесь гаражом, а я за ним, собственно, договорились? Да, твоя гаража, вот начала. Слушай, ты ее сам выбрала, а мне она с детства. Чего, блядь, планы? Погнали, Некс. Погнали, Некс, сразу. Сразу, Некс, идем. 5-5-5, мы стучим. Карл, как там Сан-Фиеро? Дерьмово. Если честно, то мне тебя здесь не хватает. Понятно, ты весь еще не потерял подальше до моего движения. То, что пытается гонять нам с офицером Пуласки, не потерял. Подложи к нему в машине, позвони службе доносов. Чё? Эй, ты, ублюдок, кодекс улицы гласит, не стучи. Просто это погубит тебя и меня, моего брата. Мне плевать. Уличные пацаны никогда не звонят копам. Карл, он окружной прокурор. Да? Говори, где искать его? Ну, вот Эли Ван Хо, 15 районе, понял. Ну все, блять, сразу переобулся нахуй. Угу. Немедленно езжать. Стой! Бля, брат. Ой, ой, блядь, что за машина? Не, брат, я вот на это поеду. Стоять, ебано, блять. Поехали, чё. Да, ну честно, ребят, ну, пока что миссии будут такие, они довольно-таки здесь легко проходятся, все абсолютно. Я говорю, в классике было посложнее, намного посложнее. Намного сложнее все было. Вот, но это Definitive Edition. Все упростили, блядь. Ну ладно, блядь. Так, ну вот мы с вами подъезжаем, собственно. Опа, нахуй. Что же здесь будет? Машина поставится в этом отделе отгонять парковщик. О, я помню эту миссию, да? Ну так вот, блядь. Ну, допустим.
Стоя очередь. Ты новенький, да? Стоя очередь. Окружной прокурор ездит на грязно-синем Мэрит. Не... Ага. Посмотрите, что другой прокурор еще не сел его машину до вас. Вот на такой хуйня. Вот он едет, вот он, вот, вот он едет. Хорошо. Бля, мужик, ну нормально ты? А, все, понял. Вопросов не имею. Нормально, челики, просто он, смотри, пиздится, блядь. Ну это, блядь, Сан-Андреас, хули ты хочешь? Просто нихуя, видишь, блядь. На, ёпта, ты чё, блядь, таксист ебаный, блядь. Чё ты нахуй? Сколько, блядь, 300 рублей за, блядь? Да иди ты в пизду, ёбаный, блядь. Вот и все, понимаешь? Вот так я тебе объясняю, как что делать. Все, и погнал в таксишку, блядь. Сам в такси работаю, прикинь, блядь, ебать его, рот, блядь. Мне все эпоху стоит, смотрит, я ничего не делал, бля, я его вот ебал, блядь. Попиздил, блядь, смотри, все домой, блядь. В очках, нахуй, Джеймс Бонд, чуть не Джеймс Бонд. Вот наш клиент подъехал. Хорошо. А, это вроде на время, да, еще вот была? Следующая игра на время была. Ой, блядь, чё она нихуя не едет-то, блядь. Не поворачивает, ну, блядь. Чё она нихуя не поворачивает-то, блядь. Да, тут вроде на время было, нет? Да, это вроде миссия была на время, я точно помню, что она была на время. То есть должен успеть за определенное время доехать до гаража был. Доезжаешь до гаража вроде. За куда-нибудь там что-то делают, и обратно ее привозишь. Нахуй он сам, блядь, взял, врезался, блядь, в гараже. Нормально, блядь. Да, вот, все понял, но это на время, да. Царапайте. Хорошо, не буду. Ну, просто чуть резину, знаешь, так. Сотру. Быстрее, успею. Hello, this we tip. Hello, все. Заметил кое-что подарить, мы должны приехать посмотреть. Не стоит, смотрит чисто. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это что? Get away from me. Пока, ёбаный, бля. Да иди ты нахуй, ёпта. Ждаем. Вот такая миссия там. Бля, я не помню, сколько здесь миссий реально. Но вроде как чуть-чуть на 2 или 3 миссии больше, чем на прошлой локации. Как я, по крайней мере, помню. Вот, и по идее, мы с вами за серию должны пройти эти миссии все, вроде как. Посмотрим. Но я точно помню, здесь была миссия, блин, с этим, блин, там под мост нужно было, вот тут где-то вот под мостом какие-то разборки были, и с этой игрушкой.
Ну, кстати, вертолетиком, конечно, миссия такая была довольно-таки, ну, сложноватая в классике. Посмотрим, как здесь сделано. О. Ну чё? Ника, ты занят? Зеро? Да ничего, я тебя слышу, как оно? Катастрофа, мой родной смотрит магазин. Мне будет их детей, некуда спрятаться от Брэкли. Я как раз еще не движусь, чтобы вложить денег. Может, я и разорю проблему. Может быть. Поехали. Деконструкция. Привет, братаны. Приколел Карл. Что за хрень творится? На что похоже? Что? Эти сволочи ко мне пристают. Кто тебе за строителем вон там на том холме? Не, можно. Не, погоди, я займусь этим. Мне надо пойти к ним и научить их уважение, так? Верно. Я все равно подумал расширить территорию. Видите, шарок строительной фирмы. Бля, это ебанько? Поехали. О, души. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Да все, мужик, отъебись. Отъебись это от меня нахуй. Бля, иди ты нахуй, ебаный тварь! Бля, просто не хочу так использовать сейчас тут оружие, че шо? А, вон ту надо. Бля, тварь ебаная, сейчас выйду же нахуй. Иди сюда. Давай, 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 уебище нахуй. Ты все, отъебался, блядь. Смотри, пососал хуйца, смотри, опа. Конец-то, блядь. Ты заебал, блядь, меня нахуй. Ну, честное слово, ребят, ну, ебану, что это такое, блядь? Oh, God, no! Oh, God, I'll get him off! Yeah.
Осуждаем, так осуждаем. Эх, Сан-Андреасочка, Сан-Андреасочка. Ну то видишь, яму заделали, ебаный рот, блядь. А это что такое? А. Чего? Ну, братан Джетро, чувак. Ну, Джетро, как жизнь? Ну, я говорил с Цезарем, и ты только пойми меня, правильно, парень? Я считаю, что ты, конечно, чего водитель. Но нам тут Цезарь рассказал, сколько... Бля, все, иди нахуй, мальчик. Успокойся, блядь. Давай сохранимся с тобой. Поехали дальше, next. Момент для съемки. Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. No, better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Remember, heroes get killed. Где он, блядь? Все, 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 мальчик, успокойся. Где он, блядь? Бля, здесь-то еще была вроде гоночная машина стояла, нет? Нет. Если не ошибаюсь, где-то вот здесь она стояла вроде. Ну, спаунилась сюда. Да. Помню, помню, ебаный рога. Помню, помню, ребята. Все помню, с классики. Вот она, да, здесь сюда спавнится вот эта машина. На, с классики там помню. Давайте, блядь, когда еду, так включусь. Чтобы не это, ну, время так не тратить сильно, да? Так, ребят, ну вот мы с вами уже подъезжаем, грубо говоря, да. Осталось-то прям очень чуть-чуть. Блин, эта машина прям очень хорошо рулится на дороге, прям очень хорошо держится. Прям очень хорошо, реально. Стоит на дороге, прям очень хорошо, мне прям нравится, прям очень нравится. Ну, я помню эту миссию, примерно помню. They were headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Куда ехать-то, мужик, ёбаный, бро? Куда? Поехали назад, в любом случае. Ну, давайте когда едем, ребят, включить. Так, ребята, ну вот мы с вами почти подъехали. К заданию, собственно. Ну, машина, если что, сама так, ребят. Вот такая машина, ну, сама стала, если что, это, ну, типа, ну. Ну, вы поняли, да? Это не то, что. Не потому, что я тут врезался, да. Она сама такая просто. Ну, знаете, так и по кайфу такой быть. Поднимитесь на крышу, давай, погнали. Ну, ау. There it is, Holmes.
Oh. Right, son. This business is bigger than any gang, is it? Rider, little bitch. Trucha, I'm trying to drive. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product. It's a serious organization. How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange of nothing incriminating. Ну вот и все, вот и пом-пом-пом, блять. Да, все начиналось так хорошо, да, Райдер, Биг Смок, все, свои братаны, йоу, вот этого, тому подобное, а вот что по итогу, блядь. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Отмазать Санферат в виде искателя фотоаппарата, ты знаешь, что вы можете найти, хорошо. Давайте, ребят, на этом с вами закончим. В принципе, все, спасибо за просмотр. Вот такая серия, в принципе, была довольно-таки коротенькая, но... разделю их на... и разделю эти серии на две все-таки, да. Вот, в принципе, все, ребят, спасибо еще за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.